В Японии есть уникальный мост, носящий название «Жемчужный мост», и известен он тем, что является самым длинным висячим мостом в мире. Конструкции подобных мостов традиционно включают в себя стальные тросы. Так вот, у «Жемчужного моста» этих тросов так много, что их общей длины хватит 7 раз опоясать нашу планету. «Жемчужный мост» строился с 1988 года, причем условия строительства были невероятно сложными. В проливе часто случались сильные штормы, а также сильное подводное течение мешало работе. Изначальный проект предусматривал строительство центральной секции моста длиной 1990 метров. Однако в 1995 году произошло сильное землетрясение, и один из пилонов моста сдвинулся на метр. В связи с капризом природы в конструкцию моста пришлось вносить изменения, и центральный пролет стал длиннее на метр. Различные технологические проблемы при строительстве решались прямо на ходу. Причем очень оригинально и в итоге успешно. Был разработан новый вид бетона, который заливается прямо под водой и застывает практически в любых условиях. «Жемчужный мост» строился 10 лет и открылся 5 апреля 1998 года. Его полная длина составляет 3911 метров. Из них центральный пролет составляет 1991 метр, а два боковых пролета по 960 метров. Он был и остается самым длинным подвесным мостом в мире. Устойчив к сильнейшим подводным течениям и ветрам скоростью до 80 метров в секунду. Ему не страшны и землетрясения до 8,5 баллов. Во многом это благодаря особо прочному усиленному тросу, собранному по специальной системе, из множества пучков стальной проволоки. Причем каждый пучок состоит из множества проволочек диаметром 5 мм. Мост строили 2 миллиона рабочих, и на это потребовалось 5 миллиардов долларов. Поэтому сегодня цена за проезд по этому мосту довольно велика и составляет 20 долларов, что при ежедневном перемещении через мост выльется в кругленькую сумму в течение месяца.